Вас приветствует Алена Арес. Срочные вести для вас. Ой, девочки, какая-то встреча у вас будет неожиданная, очень срочно. Хотя, может быть, и ожидаемая. Но как-то все равно она неожиданно пройдет. С человеком, который сейчас от вас на расстоянии. Это может быть, в принципе, и мужчина, и женщина. Где-то в другом городе, может быть, даже в другой стране. В общем, встреча с человеком. Да, вот вторая карта уже, которая говорит о том, что встречи будет две. Пока не пойму, с кем. Встреча с женщиной будет. Женщина такая темненькая. Темные волосы, темные глаза. Такая любит во всем порядок. Такая правильная. Это еще может быть женщина-юрист, адвокат, судья. В общем, женщина, которая работает в каких-то официальных органах, начальница. Может быть, начальница у вас там где-то была в отпуске или в командировке, и вот сейчас приедет, да? Но встреча при всем при этом будет такая очень благоприятная, я бы сказала. Дальше еще. Кто же второй у нас? А второй мужчина, девочки. Мужчина черненький, черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой ровесник или на год, два, три младше вас. Вот такие я вижу две встречи. Мужчина, в принципе, здесь и мужчина, и женщина могут быть. Но, скорее всего, женщина к вам с какими-то вестями. По поводу решения вашего вопроса, вопрос может быть с работой, вопрос, я думаю, вы уже догадались, может быть юридического характера, судебного, может быть связан с недвижимостью. Вот. А также это может быть как решением вашего вопроса, предложение от этой женщины по работе, карьере, бизнесу, финансам. По бизнесу может быть предложение сотрудничества. Вот. Что касается мужчины, здесь может быть для кого-то из вас проиграется, просто по-разному у вас проиграется, для кого-то из вас проиграется, что мужчина к вам тут также тоже даст предложение по работе, карьере, бизнесу или финансам, то есть предложение по работе будет два или по бизнесу будет два. Вот. Для кого-то может быть решится вопрос, плюс еще какое-то выгодное предложение будет от разных людей. Вот. А также вполне возможно, что это мужчина, ну то есть это не новое знакомство. Если вы в паре с мужчиной, может быть он уехал у вас, да, либо реально живет в другом городе или в другой стране, тогда от него будет либо подарок-сюрприз, либо тоже предложение. Предложение, например, о переезде, о совместном проживании. Про законный брак пока речи нет. Вот. Но, тем не менее, это может быть какое-то серьезное предложение. Или же это будет известие вам о том, что он купил билеты и скоро приедет к вам. Почему здесь встреча и выпадает. Но встреча выпадает одна, все равно какого-то любовного характера. Поэтому я думаю, что все-таки мужчина больше вам идет именно для личной жизни, а женщина с предложением. Хотя я же говорю, у некоторых из вас проиграется два предложения именно в сфере работы, карьеры, бизнеса, финансов. Вот. Еще смотрите, от вашей начальницы может быть предложение по обучению, то есть пройти обучение для того, чтобы там вам повысили квалификацию, соответственно, зарплату. Ну вот, хочется мне еще одну карту выложить. Угу. Да, вот решится еще какой-то вопрос, либо с документами, либо все то, что я перечислила ранее. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации, пишите мне по этому номеру на Viber, WhatsApp, Telegram. И регистрируйтесь на супер мастер-класс шоу Таро от нуля до профи за 2 часа. Обучение уже началось. Обучение до мастер-класса. Я дала уже первых два урока. Поэтому быстренько регистрируйтесь, пока еще есть свободные места.